покачивать не будем колесо? Ага. Ты кнопочку хотел, да? Я все кнопочку ищу. На первый включи, чтобы он вырубился. Ребята, привет! Сейчас будем мерить, что у нас покажет Ява. Мы решили сделать доработки цилиндра, и перед тем, как приступить, мы сейчас замеряем мощность, потом делаем доработки и опять делаем замеры. Сколько ты проехал, Карл? 50. Ну, почти 1200. А, ну отлично. Можно сказать, что обкатка пройдена, хотя как таковой ее и не было, потому что, что там, поршневая была бэушная. Какая мощность по паспорту у этой Явы? 23. 23. Вот сейчас интересно, что он покажет нам. Реально это 23 лошади или их тут нету? Во, смотрите, здесь есть вентиляторы, которые дуют прямо на цилиндры. Идет имитация охлаждения воздушного. Ну ничего, так вроде работает. А вот. Сейчас пока Володя готовится, тут смотрите, какие у него прям сделаны экраны, экраны с графиками. У Володи тут свой мотосервис целый, смотрите, сколько спортбайков, то есть все серьезно, ремонтируются двигателя, шиномонтаж, все свое, чистка форсунок, полный комплекс работ по мотоциклам. Ссылочку я потом дам под этим роликом на группу Володи ВКонтакте, посмотрите сами. Сколько до скольки крутить можно? До 6 крутить и все. Вот все равно, смотри, правый котел сильно дымит, да? Левый меньше. Ну, говорят, что у всех яв так. Да? Ну вот, вот и смысл нашего эксперимента. Мы посмотрим, получится ли у нас сделать, чтобы они одинаково дымили. Кратерных газов. Что-то вправо меньше температура. На 10 градусов почти. Сейчас пробный сначала, без всего. Пробный, заклинит, не заклинит. Семьдесят два. Пятьдесят. Ну смотри, 10 градусов разница на цилиндре. Картер примерно одинаково. 50 градусов. Смотри, какой провал. Это где? Это от 4 до 5000, до 4800 где-то провал почему-то. Видишь? А на ходу это чувствуется? Он после 3 начинает расти, потом провал. Ну, знаешь, резонатор, у него где-то должен быть подхват. А у него, наверное, подхват, вот он, в пике, а потом стандартный. Поэтому, по крутящему моменту, ты просто не провал будешь чувствовать, а вот, знаешь, как будто затупок, а потом дальше поедешь.
Ну, на коленвале 29 по математике, а если вот на колесе живых, вот колен конкретно на колесе живых, видишь, провал есть, да? 21 лошадка на колесе. То есть то, что... С колеса. То есть то, что колесо. Они что, снимают мощность с колеса, может быть? Не-не-не, на колесе она будет меньше. Ну, потому мощность заводом. Вот она, видишь, потеря трансмиссии твоя. Вот потеря трансмиссии идет. Вот этого лошадок, это крутящий момент. Обычно 12-14%. Ну а с математикой, если больше потерит, значит косяк где-то в трансмиссии либо в цепях. Ну, это уже дает там свои остальные. То есть нормально, да, получилось? Сам мотор 29 лошадей получился, а уже на колесе 21 лошадь. Ну, как завод меряет, не знаю. Если Ява снимает мощность с колеса, то это круто. 23 лошади на колесе. Это... То есть это реально 21 лошадь, ну это близко к правде. Потому что бывает, сам завод дает плюс-минус 5 лошадиных сил погрешность. Вот именно из-за погрешности деталей, туда-сюда. Сейчас сделаем еще пару подходов, потому что это первый замер. И уже по итогам трех замеров, ну, мы увидим объективную картину. То есть все равно будет плюс-минус туда-сюда плясать. Где-то чуть побольше, где-то поменьше. Ну что, поехали. Сейчас будет второй и третий подход сразу сделаем. Ну, 21,6. Данные примерно все дублируются. Карл сейчас едет домой, снимает цилиндры и привозит их ко мне. После того, как я сделаю цилиндры, мы опять вернемся к Володе, сделаем замеры. Пока благодарим его за проделанную работу и погнали трудиться дальше. Холодный запуск. Так, подожди. Сейчас я. О, ну 23 градуса. На улице у нас 23 градуса. 23 градуса. Холодный мотор абсолютно. Давай, запускай.
да, отлично работает. Это зазор больше 6 соток на поршневой. Слегка уже бэушной. Сколько ты проехал на ней после уже тюнинга? После тюнинга или после тюнингов? Ну, после того, как сделали уже доработку. Где-то километров 700, наверное. Ну, нормально. Промчал, короче. Ну, отлично работает. Не знаю. У кого что стучит там, блин? Так, ну-ка. Слушай, ну правый все равно больше дыма. Он подносы брать? А? А вот оставь сейчас, да, пусть он работает. Ты масло опять перелил, да? Ничего не менял. Или ты бензин не менял? Ничего не менял. Это на старом бензине. Без подносы. Ну да, 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 надо пробздеть его сначала. Ты знаешь, сейчас такое ощущение, что у левого, что левый чаще вспышки дает. Смотри, этот дын-дын-дын-дын, а этот меньше. Смотри, этот как будто чаще, а этот наоборот. Так, скажи сразу, что поменялось после того, как ты запустил двигатель, вот после того, как доработки сделали? Пришлось регулировать качество смеси винтом. То есть он плохо заводился? Да, он очень плохо завелся, раза вообще с 20-го, наверное, кое-как. Ага. Пришлось убрать воздуха немножко, примерно, точно сказать не могу, не помню, ну полоборота точно. То есть ты сделал богаче смесь? Да. Все, понял. Когда он стал нормально заводиться, нормально работать на полосе? По ощущениям, как лучше ехать стал? Переход на 3000 стал более резкий. Динамичный, так, да? Чуть-чуть подинамичный. Так показалось, во всяком случае, мне. Короче, жопомер ощутил, да? Чуть-чуть, но есть, да? Не сильно, да, но есть. По-моему, все равно правый дымит больше. Сейчас так не видно. Ну, на стенде видно будет хорошо, когда начнем. В общем, теперь у нас второй замер. Что покажет диностенд? Интрига назревает. Что покажет диностенд, в отличие от этого заднего мера? Ну, посмотрим. Очень интересно. Я уже сбился со счета, какой у нас идет заход. Уже раз 20, наверное, мы померили. Капец. Ну, сейчас уже финальный все-таки. Мы пришли опять к стандартным жиклерам, к стандартным регулировкам. Все устали, уже у всех лица грустные. Но я думаю, мы скоро в конце концов уже закончим. Вот мы где-то в 11 начали, и уже почти 6 часов вечера, ребята. То есть целый день, почти 6 часов мы гоняем Яву на диностенде. Атас. Объясню, просто мы пробовали разные регулировки, пробовали менять жиклеры, то есть попробовать так, сяк, иглу подымали, опускали, в общем, разные варианты, чтобы добиться максимума возможного. Ну и вроде как бы мы его добились, этого максимума.
Главное добиться повторяемости результатов. То есть сейчас остановимся уже на достигнутом. Все-таки перепроверяем. Еще раз переставить иглу, проверить. Еще раз туда-сюда. Пару раз надо проверить. Как минимум 3 раза надо сделать на одной регулировке, чтобы увидеть окончательный результат, да, что повторяемость есть, что примерно получается один и тот же результат. И чтобы исключить ошибку в показаниях диностенда, мало ли где-то что-то там не так сделали. Лошадки. Вот. Вот. То есть было вот так? Стало так. Стало вот так. Сколько у нас мощность прибавилась? 22, 8 и 20, 51. Ну, 2 и 3. Да. По процентовке 10% воспроизведения. Ну, отлично. Две лошадиные. Причем железно 10. Две лошадиные силы. Ну и все, собственно, что и требовалось доказать. Два вот этих предыдущих замера, это с поднятой иглой сейчас. Это средняя игла. Средняя и поднятая. Да, то есть получается максимальный эффект все-таки на полностью опущенной игле при жиклёре 90 и никак не на поднятой, то есть стандартные жиклёры абсолютно. Но самое главное, что результат есть вот именно на всем стандартном мы получили прирост 2,3 лошадиные силы, 10%. Много это или мало? Например, если увеличить степень сжатия, мощность увеличивается примерно на 5-6%, когда вы там с 92 на 95 бензин переходите. Если сделать доработки и перейти, например, на другой бензин, то прирост получится уже больше, уже порядка 15%, а то и больше. В сумме вот эти доработки, они дают увеличение мощности. Мы сейчас рассмотрели всего лишь одну вот эту доработку каналов, без которой, в принципе, никакая форсировка не обходится, потому что надо выровнять, чтобы цилиндры одинаково синхронно работали. Да, и еще у нас на этом моторе мы делали только поршневую, то есть есть нестыковки с картером, то есть все равно есть разница в работе цилиндров. Они немножко выровнялись, да, правый цилиндр стал меньше дымить, но все-таки он дымит чуть-чуть больше. Но левый цилиндр стал работать заметно четче. Кажется, вон металлолом там. Бензина, да, еще? Мусор выкинуть и ехать. Ну все, больше ты не будешь настраивать Ява, да? Это первый и последний раз. Идет так очень большой настраиваю. Износ диностенда. Да. И нервов. И нервов. Ну давай, и на заднем колесе по двору. Надо было тебе как раз вот это позволяет. О, триал. Мототриал. Мы закончили. Володя, тебе огромная благодарность, что ты нас выдержал. Прогонов было 15, наверное. Да больше, ты что? Мы сегодня 6 часов крутили. Целый день. Зато видишь? Мы сделали большое дело. Поставили точки над «и». Развеяли все мифы, да. Что поставлю сотый жиклёр, она у меня полетит. Да, это я. Она не полетела. Да. Она не полетела. Наоборот. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Все. Пока-пока. Пока-пока.